В Винницкой области несколько десятков неизвестных устроили стрельбу. Это произошло в селе Метановка. Вооруженные люди в балаклавах ворвались на территорию зернотока и открыли огонь. Один человек получил ранение, его госпитализировали. К врачам обратились еще пятеро. Пострадавшие – это местные жители, которые охраняли предприятие. Как написал на своей странице в Фейсбуке глава нацполиции Сергей Князев, нападавшие пытались захватить фермерское хозяйство, но люди оказали им сопротивление. Прибывшие правоохранители блокировали место конфликта. После переговоров часть захватчиков сложили оружие и чуть позже всех нападавших задержали. Після прибуття на місце події поліції і відмови цих громадян скласти зброю, силами спецпризначенців, а також співробітники місцевої поліції, вони були обезброєні і затримані. За попередню інформацію, у них вилучили 8 помпових рушниць, 5 травматичних пістолетів та 2 карабіни.